Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Совет от Таро с 11 по 17 декабря. Совет пятерки мечей. Отпускаем все невзгоды. Карта Таро на неделю с 11 по 17 декабря. Советует людям перестать, что есть силы, сдерживаться. Пятерка мечей гласит: настало время отпустить себя и прочувствовать весь спектр этих эмоций. Поступающая середина декабря не тот период, когда надо быть для всех хорошим. Сейчас наступает пора тайн, интриг, расследований, а значит, не стоит бояться раскрыть свою собственную личность перед окружающими с другого ракурса, даже если он не так хорош, как ожидается. Может случиться, что обстоятельства заставят выбирать между собственными интересами и отношениями с людьми. Как раз сейчас нужно проявить здоровый эгоизм, тогда и жалеть ни о чем не придется. Пришла пора подумать о себе, причем без малейшего зазрения совести. И пусть даже назреет некий конфликт, не нужно его изо всех сил сторониться. Пришел черед расставить все по своим местам. Не стоит сдерживать эмоции. Важно принимать внутреннее раздражение за норму. Это абсолютно естественно, по мнению пятерки мечей. Также карта советует все то, что не несет душевного спокойствия или не нравится человеку, воспринимать как очередной шажок к постижению нового опыта. Иногда через такие сложные процессы жизнь пытается научить нас чему-то новому и важному. Держим путь, как говорится, через тернии к звездам. А вот прожив этап кризиса и приняв его как должное, человек выйдет из него победителем. Не все эмоции должны быть пережиты, пропущены через себя и осмыслены. В наступающий период многие почувствуют невероятную активность и остроту ума. Информация будет легко восприниматься, в людях проснется тяга к творчеству и изобретательству. Но чтобы получить от Вселенной обратный посыл в виде ответа на животрепещущий вопрос, иногда приходится идти нестандартным и непривычным для себя путем. Также для того, чтобы отпустить все печали, все невзгоды, достаточно просто, смотря на аркан пятерка мечей, говорить такие слова. Пятерка мечей, острие твоих слов знает. Бурю конфликтов из моего сердца выгоняет. Двери новых дорог для себя открываю. К светлому будущему вперед шагаю. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что спустя время вы отпустите все невзгоды.